Всем добрый день. Меня зовут Алексей Ключинский. Родом я с Урала, с Челябинской области. Переехал в Краснодарский край 5 лет назад. Занимаюсь здесь ремонтами квартир. Так жизнь сложилась, что, в общем, жизнь связалась с ремонтом. Ну, я нисколько не жалею. Хотя до переезда я вообще ничего в этом не смыслил, ничего даже не знал, что такое даже шпатель. Ну, ничего, все учимся. Прошу прощения, кстати, за внешний вид. Ну, работаем, стройка. Как бы, пофиг. Настройки на внешний вид, сами понимаете. Вот. Но постараюсь как-то выкладывать что-то новое. Я, конечно, новичок в этом деле, но не обессудьте, если что. Всего доброго.